Здравствуйте, друзья, не друзья тоже. Здравствуйте. Я нахожусь в Первомайском, города Ростова-на-Дону, районном суде, где производится слушание дела по продлению, как это называется? Меры пресечения женщине, 40-летней женщине, матери четверых детей, трое из которых несовершеннолетние, двое из которых малолетние. И что самое интересное, что я сегодня пришел первый раз для медийной поддержки этого мероприятия. Я считаю, что женщина не должна сидеть в тюрьме, если она там не совершила какое-то там убийство страшное. Несколько раз уже аналогичные заседания проходили, но без меня. Но как только я появился в зале судебных заседаний, прокурор, помощник прокурора, тут же запросил суд засекретить это судебное заседание. Уже полгода проходит, по месяцу, пара два продлевают содержание под стражей, но ни разу не было такого, чтобы прокурор и следователь запросили у судьи проводить заседание в закрытом виде, так как это может разгласить какую-то тайну следствия. Вот что значит иностранный корреспондент в ростовском суде. И вот сейчас я дам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Родственникам, да? Вы, да, родственники. Вы родственники. Да, ну, я брат. Вы брат. Я мама. Вы мама. Ну, давайте маме сначала дадим. Как вас зовут? Меня зовут Валентина Дмитриевна. Валентина Дмитриевна, как вы оцениваете вот именно сегодняшнюю ситуацию, состояние, что как только вы попросили какого-то там, ну, простого-простого журналиста осветить это событие на камеру, как тут же прокуратура, государство Российская Федерация тут же засекретила дело, которое, ну, фу, в каком-то мошенничестве уже стало секретным. Дайте, пожалуйста, свою политическую, материнскую оценку. Ну, я вообще, честно говоря, в шоке. Это же не первое заседание по продлению срока, и никогда такого не было. Только с появлением корреспондента дело стало секретным. С какого-то, на основании чего засекретили дело. Проведите политическую оценку. Ну, а политическую оценку, что она была помощником депутата. То есть начались выборы, так, да? Стартанули выборы, и кто-то может очень плохо выглядеть, да, в моем, ну, репортаже. Так вы считаете? Ну ладно, успокойтесь, давай, Сашенька, дорогой. Так, не уходи далеко, не уходи из камеры, пусть люди видят твои слезы. Не уходи, мама. Саша, пожалуйста, вот вы тоже дайте вот такую вот нравственно-политическую, не юридическую. Мы же с вами не юристы, да? Мы с вами простые люди, которые умеют и могут плакать. Я вообще считаю, что это дело полностью заказное, так как... Ну, на первой вообще мере пресечения ей дали подписку за то, что она являлась помощником депутата законодательного собрания. Якобы она, используя свои связи в законодательном собрании, могла сбежать. Они сделали вид в законодательное собрание, сделали какую-то преступной шайкой. Наш первомайский следствие, прокуратура и все прочее. Вообще считаем, что это... Тут полностью заказ идет. А вы можете сказать, кто, у какого депутата, ну, Ира была помощником? Депутат, по-моему, Косинов был. Как? Косинов. Сергей Александрович. Сергей Александрович Косинов. Слушайте, что же вы мне раньше не сказали? Я сегодня видел Сергея Александровича. Он принимал участие в мероприятиях памяти, скорби вместе с губернатором. То есть он представлял справедливую Россию, то есть эта партия была в оппозиции, ну, к правящей партии «Единая Россия», так, да?
Да, это было на... Вы можете прямо сейчас? Косинов обязательно увидит мой ролик, я его пришлю. Можете, Сергей Александрович, обратиться и рассказать вот это горе, что ждет его помощников? Сергей Александрович, Ирину Васильевну пытаются посадить. Посадить там непонятно за что. Сделали липовых потерпевших, липовые расписки, все липа полная. И никто из вас пальцем еще не пошевелил, чтобы хоть как-то ее вытащить оттуда. Что мама скажет Сергею Александровичу? Может обратиться? Да, я хотела тоже обратиться к Сергею Александровичу, чтобы вы помогли моей дочери, вернули мою дочь к детям. Потому что четверо детей остались без матери. Это очень тяжело, детки маленькие. Ну, пока от справедливой России мы ничего не получили, кроме того, что они уволили быстренько. А также один из сотрудников справедливой России не помог ничем и не сделал, хотя можно было помочь и сделать. Сергей Александрович, вот буквально несколько дней тому назад я делал критический материал в вашем офисе. На вашем офисе до сих пор написано «Справедливая Россия», хотя Захар Прилепин уже приезжал и вместе с вами и Юрой Мезеновым делал презентацию новой партии. Эта новая партия называется «Справедливая Россия за правду» Захара Прилепина. Поэтому подключайтесь, пожалуйста, боритесь. Вот вы еще не пошли на выборы, еще съезда не было в Москве. Но от вашей реакции на это уголовное дело в отношении вашей ближайшей помощницы и будет зависеть, проголосуют за вас, за вашу партию, за вашу политическую силу, за патриотизм, за правду, или же не проголосуют. Доходчиво я объяснил и рассказал в этом маленьком репортаже. Считаю, что доходчиво. Спасибо, будем ждать дальше. Сергей Рулев, газета «Славянские новости». Пожалуйста, станьте поближе с вашим подзащитным. Не связываете ли вы сегодняшний закрытое проведение суда, которого никогда не было до моего журналистского присутствия здесь, не связывайте вы это с какими-то политическими особенностями, связанные с выборами, которые уже практически начались. Ведь Косинов Сергей Александрович баллотируется на депутата Государственной Думы Российской Федерации. Пожалуйста. Ну, я, к сожалению, не могу давать как бы такие заключения. Только могу дать заключение о том, что содержание под стражей Ирины Васильевны, которая имеет на иждивении несовершеннолетних детей, вот, которая возможно и без заключения под стражу, а находиться под домашним арестом. Тем более президент Российской Федерации держит на контроле вопрос, связанный с том, чтобы у нас была рождаемость, демографическая стабильность, которая в настоящее время не способствует нахождению мамы, детей в СИЗО. Ирочка, я сюда лично пришел для того, чтобы показать работу российского суда, гуманного суда, справедливого. И я захотел заснять решение суда, который переведет на какое-то воссодержание, не связанное с содержанием под стражей. Что вы об этом думаете? Ну, я думаю, все-таки мне мерку продлят. Это, я думаю, связано все с политической моей деятельностью. Какой вашей политической деятельности? Кого вы поддерживали? Справедливую Россию поддерживаю. Думаю, что дойдет подрыв политической деятельности Справедливой России. Но сейчас уже практически нет Справедливой России. Они объединились, и сейчас Захара Прилепина. Справедливая Россия за правду Захара Прилепина. Вы в курсе об этом? Сидя в СИЗО, нет. Нет. То есть сейчас Справедливой России уже практически нет. На прошлой неделе была пресс-конференция. Приезжал Захар Прилепин по... левую руку от него сидел Косинов, а по правую руку от него сидел Юрий Мезенов, который перебежал из партии «Роста». Будем знать. Здорово, да? То есть, что может политического быть связано с господином Косиновым,
Почему он вас уволил? Почему он не защищается за вас? Почему адвокат, ваши родственники, общественное мнение против того, чтобы женщина в Российской Федерации сидела в тюрьме, если она не убийца, конечно? Ой, на этот вопрос у меня нет ответов. Я думаю, это должен ответить сам президент, почему у нас такое правосудие. Ну, вы знаете, и вы знаете, что этот ролик может и дойти до администрации президента? Да пусть доходит. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете себя виноватой до такой степени, что вы должны сидеть в СИЗО? Нет. Нет. В этом СИЗО сидел Чикатило. Вот я знаю, да, он там был расстрелян на первом корпусе. В этом СИЗО сидела Надежда Савченко, украинская наводчица, убийца российских журналистов, которая получила 20 лет тюрьмы. А что ж такое вы совершили, такое, что вы в такой компании находитесь? Ну, я думаю, что это ответит нам следователь, почему я нахожусь в такой компании. Там еще сам Мельников сидел, только основатель Glory Jeans. Понял. Ну, спасибо вам большое. Значит, не будем затягивать. Я все-таки надеюсь и верю вот на фоне этого герба и этого знамени, что судебное решение сегодня будет все-таки справедливое. Ну что, друзья, я веду свой репортаж прямо из зала суда, Первомайского суда города Ростова-на-Дону, где только что вот за этой решеткой сидела 40-летняя взрослая женщина, мать 4 детей, 3 малолетних, 2 вообще еще меньше, то есть 3 несовершеннолетних, и, то есть, которая работала помощником депутата законодательного собрания от руководителя фракции «Справедливая Россия» Косинова Сергея Александровича. И как стало сейчас известно, что дело-то открыто чуть ли не с коррупционными связями, то есть и возбуждение уголовного дела, и продолжение уголовного дела было связано с преступлениями каких-то там следственных органов или не следственных. Вот сейчас вот, родственники, здравствуйте еще раз. Расскажите, пожалуйста, что и как начиналось, как схватили вашу дочку, за что? Ну, 25 января, в 15 часов, она вышла из своего двора по Садоводческой, 43. К ней подъехали 2 неизвестных мужчин. Без всяких, и на машина без опознавательных знаков. Они стали заталкивать ее в машину, она стала сопротивляться. Они, значит, применили к ней физическую силу. Говорите, говорите, вот. Я слушаю вас. Ее бывший муж, это, значит, наблюдал. Он ко мне подошел, мы стали искать по камерам поселка, куда исчезла моя дочь. И только поздно вечером, 25 января, мы с сыном нашли ее в полиции номер 6. В Ростове? В Ростове, да. На Панова, да, 32. Мы, значит, 26 утром пришли с адвокатом, чтобы адвокат встретился с ней. Но адвоката не пустили. За что задержали вашу дочь? Задержали по масочному режиму. А, за сопротивление полиции. То есть 19.3? Да, 19.3. Когда ее судили за это? 27-го. То есть сколько она получила? 1000 рублей штраф. 1000 рублей штрафа, и ее отпустили? Нет. И я здесь же, прямо в зале суда, здесь же, подошли оперативники, и ей это самое предъявили 159-ю часть, 4-ю, за машину. Не предъявили, они ее задержали, привезли в отдел, где ее опросили по факту мошенничества. Якобы она у кого-то там заняла под расписку деньги. Саму расписку долго ее вообще никто не видел, не слышал. Да и в принципе сейчас никто ее еще не видел. Ну и началось там обрастание то там, то там. Непонятно, что люди, которые громогласные заявления. То есть вашу сестру обвиняют в каких-то финансовых недоразумениях, так? Да, якобы. Она давала, ей давали. Да, да. Почему это дело рассматривается не в хозяйственном суде, а в уголовном суде, Виктор Михайлович? Почему в этом деле рассматривается в уголовном суде? Ну, это же хозяйственная деятельность.
В настоящее время как бы дело рассматривается как бы следственными органами УП-6. Говорите, говорите. УП-6. Можно потом. Хорошо. Рассказывайте вы. Ну, я считаю, что дело полностью заказное, вообще полностью. Потому что, судя по выписке со Сбербанка, все деньги Ирина Васильевна давно перечислила. Даже сверх того, самая главная потерпевшая, такая Молчанова, она получила сверху того, что занимала, 2 миллиона 625 тысяч. И при этом Ирина Васильевна... Значит, я слышал, что по этому делу есть якобы 6 потерпевших. Хоть одно нотариально заверенное расписка получения денег Ириной Васильевной, да? Ни одного нотариально заверенной расписки нету. Тем более расписки всего две и непонятно какие. То есть все основывается на свидетельских показаниях? На громогласных заявлениях. У нас есть свидетели, которые видели все, что никаких денег не передавалось. Хорошо, с чем это тогда связано? Вот мы сейчас подозреваем, что это какие-то коррупционные действия полицейских из ОП-6, так получается? Возможно, так получается, что возможно... Развивайте эту тему. Возможно, что за 5 миллионов? Кому кто предлагал какие-то 5 миллионов? Карине, вот. А? Вот это и Карине. Я вот не могу, я не адвокат. Вот адвокат может сейчас... Ну, Ирина рассказывала на 27-го... Расскажите, что Ирина рассказывала. Ирина рассказывала 27-го, 01-го, 21-го. Здесь, после, ну, в суде Первомайском, после того, как ее присудили штраф, что 1000 рублей, что с нее требовали 5 миллионов оперативники, чтобы никакого дела не открывать. Да. То есть, где-нибудь вот это ваше заявление, кроме того, как вы заявляете его мне, где-то существует еще, где-то на бумаге? Мы писали в Следственный комитет, но ждем сейчас результатов о побоях. Все, покидаю. Все, спасибо. Спасибо. Ну что, мы вынуждены покидать зал. Только на расстоянии. Ходит на съемку только корреспондент. Амуль. Ирина, это правда, что вас где-то избивали? Да. Где, расскажите, пожалуйста. Меня избивали на улице, в машине, полицейские. А кто? Вы знаете, кто они? Алексюк и Олейников, работники 6-го отдела полиции. Какого? 6-го? Какого числа это было? Это было 25 января. При каких обстоятельствах? Ну, они, во-первых, меня задержали возле дома, они предъявили удостоверение о том, что они сотрудники полиции, были одеты в гражданскую одежду и даже не сказали, что они полицейские. Просто тащили машину. А вы куда-то обращались за помощью в медицинские учреждения? Прокурору обращались? Я не считаю возможности. 48 часов провела в обезьяннике. Понял, спасибо. Ирина, ваши родственники говорят, что с вас какие-то деньги требовали, да, полицейские. Да, 5 миллионов требовали. За что? Чтобы возбудить уголовное дело. Какого числа и где? Это было в октябре месяце. Приезжали к моей матери на Садоводческую, 43. А вы откуда это знаете? Мне позвонила, сказала мама, а потом у меня еще в отделе полиции деньги требовали, когда задержали. Кто и когда и где? Это было 25 января, вечером, когда уже после меня не задержали. Алексюк и Олейников. Также пришел человек, представился, что якобы он начальник уголовного розыска.
То есть и после этого, после 25 января было возбуждено уголовное дело, так? Да, 27 января было возбуждено уголовное дело, буквально в 14.40 они его возбудили, а в 17.30 они уже предъявили обвинение. Какую сумму с вас требовали? 5 миллионов. Почему вы ее не дали? У вас были эти деньги? Нет, у меня таких денег не было. Все, спасибо. Ну что, давайте выйдем, и вы мне тогда расскажите, что вы думаете делать. Мама, иди сюда. Что вы думаете? Вот вы получили информацию на камеру. Это тоже есть документирование. Значит, где ваша дочь заявила мне на камеру, это уже юридическое действие, о том, что ее избивали и требовали взятку. Мы видели, что она была избитая. Мы своими глазами вот здесь, вот в зале суда видели, на ней синяки, побои, кровь, глаза налитые кровью у нее были, когда ее 27 числа привезли на суд, на гражданский суд по якобы сопротивлению работникам полиции. Якобы по сопротивлению. И тут же она нам сказала, что с нее и требовали. Получив эту информацию, вы можете, вот видео, фото, видео, мои материалы, вы можете ходатайствовать, писать заявление о возбуждении уголовного дела? Есть такая возможность у вас, как у адвоката? Ну, как у адвоката у меня возможность есть по соглашению сторон. Да. Как бы есть если будет соглашение между клиентом и адвокатом, есть возможность написать заявление, то, что провели соответствующую проверку по данному факту, и при случае подтверждения данных фактов были приняты процессуальные меры и процессуальные действия. Спасибо. Я предоставлю вам свои фото-видеоматериалы для этого дела. Спасибо. Всех благ.